Блестящий лед, фигурные коньки, невообразимой красоты костюмы. На ледовой арене выступают дети от 6 до 14 лет. Строгое жюри не делает ни одной поблажки, ведь, возможно, на льду будущие олимпийские чемпионы. Фигурное катание – один из самых молодых видов спорта Чувашии. 4 года назад в Чебоксарах вновь открылось отделение этого сложного и изящного вида спорта. Но несмотря на столь короткий срок, юные спортсмены завоевали уже немало медалей. На катке «Новое поколение» прошло первенство Чувашии по фигурному катанию. 125 участников из Зеленодольска, Волжска, Йошкар-Олы, Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов и Владимира сражались за первенство. Разыгрывалось 26 номинаций – от юного фигуриста до кандидата в мастера спорта. Первенство Чувашии стало традиционным в нашей республике. Мы его проводим уже в 3-й раз. И с каждым годом у нас все больше желающих к нам приехать, потому что мы стремимся пригласить независимую бригаду судей. И все, конечно же, все участники стремятся попасть к нам на соревнования, чтобы узнать свой реальный уровень. Здесь оценивается мастерство катания, скорость, скольжение, реберность. То есть у конька есть 2 ребра, вот насколько спортсмен умеет пользоваться ими, вот это качество очень хорошо оценивается. Затем, как спортсмен выразил свой образ. В номинации «Второй юношеский разряд» весь пьедестал заняли чебоксарские фигуристы. Более того, юные спортсмены Чувашии стали призерами в половине номинаций. У меня был испанский образ, элемент, прыжок «Луц», потом прыжок «Аксель», с лета готовили номер. Потом мне чуть-чуть изменили программу. Первенство позади, и сейчас маленькие фигуристы оттачивают свое мастерство. Ведь уже в мае пройдут еще одни ответственные соревнования. Ксения Кравчук, Антон Вовк, Республика.